это счастье. Давай, наверное. Я сегодня. Давай перекинем нахуй. Вот на дороге одна. Спасибо. Кто по кому лупить начал? Наши смены начали или они? Не знаю. Пошли зрелищ. А здесь кого-то ранило? Да. Здесь девушки торговали цветами. Если это не показывать, затерять весь город, это сам не фашистов, чертовой матери, сколько же можно уже терпеть, блядь? Вы извините. Молодые, а можете сеточки поднять вот эти, поставить, пожалуйста? Вот эти две сетки уволились. Вот этот самый подъезд, пожалуйста. Я вон сюда на дорогу выведу, не надо. Убирай. Прибежала к сестру с внучкой найти, пока не нашла. Телефон не отвечает. Я надеюсь, что они живы. Я могу сказать домой, фашист. Я хочу обратиться к ООН. Сколько они молчат. Когда у нас был Майдан, они все время вмешивались. Сколько вы будете закрывать глаза на то, что здесь происходит? А это геноцид против собственного народа. Что вы делаете? Они расстреливают нас, мирных обычных людей. Посмотрите, они бомбят целые кварталы, в которых мы просто живем с детьми. Они бьют по школам, по детским садам. С кем они воюют? С кем? Кому они что хотят? Какую власть им еще нужно? Они ее уже взяли военным путем. Так сколько можно? Оставьте нас в покое. Мы больше не относимся к вам. Вы фашисты! Вы нацисты! Вы убиваете собственный народ! До каких пор? Сколько вы будете пить кровь с нашего народа? Уходите вон! Вы просто нелюди! У вас нет ничего человеческого! Если вы смеете бомбить посредь бела дня школы и мирное население, погибают ни в чем не повинные люди, только потому что они не хотят жить. По вашим правилам, по вашим нацистским правилам, мы не хотим больше видеть вас, мы не хотим слышать, уходите с нашей земли, вы враги, вон отсюда, фашисты, будьте вы прокляты! Скажи, эсэсовцы. Да нет, наверное, уже все разобрали. Я же есть подвале дети? Под подвале дети есть? Нет, нет, уже забрали, пойдем. Уже забрали все. Это бабанка, она разрывавшаяся. Вот посмотрите, дверь какая, потому что это осколки. И вот туда попала, вот смотрите. Вот туда в крышу попала эта штука, которая летела. Это мина. Мина это, скорее всего. А вы в этот момент были в здании? Конечно. Ну, честно говоря, был в подвале. То есть вы помогали эвакуировать детей вниз, да? Ну да, все. Вы уже нашли какие-то осколки, да? А вот они. И должен быть выпускной вечер. Актовый зал подготовили к выпускному вечеру. Только его помыли и закрыли на ключ. Тут это случилось. Я так понимаю, что большинство школьников остаются в городе, да? Конечно, конечно. А куда же? Значит, где-то минут без пяти, без трех минут 12 произошел сильнейший взрыв. И мы увидели, что пылью все, в общем-то, все было в пыли. К
конечно, все побежали в подвал. Мы находились в здании школы, да. Вот, все выскочили, конечно, потому что мы понимаем, что это такое, и все побежали. Значит, деток завели в подвал, учителя были в подвале, персонал школы технический тоже был в подвале, и тот кабинет тоже был в подвале. Вот. Ну, занятия, наверное, уже закончились, потому что маленькие детки были. Вот. И... ну, в общем-то, начали прибегать родители, забирать детей. Ощущение просто страшное, понимаете? Просто страшное ощущение от того, что наша доблестная армия, которую мы платим налоги, на которую, она нас уничтожает просто-напросто. И наш президент, который должен охранять мирных жителей, он нас просто истребляет. Они почему-то думают, что мы здесь, славянские, все террористы. Дети плакали, конечно. Конечно, плакала. Плакала учительница, плакал ребенок маленький. Вот. Ну как маленький, у нас же что-то. Ну, шестилеточки, они же маленькие еще. Некоторых сразу родители прибежали, начали забирать. Хотя, конечно, было опасно, но тем не менее они хватали своих детей. Потом уже некоторые родители с нами остались в подвале. За что нас бьют? Дети учиться хотят. Дети, им надо учиться. Да, куда-нибудь. Им надо жить, они еще вон маленькие дети. Школы разбили. Сейчас вот 13-я да. школа разбили. Попали в актовый зал. Попали в детский садик. Они же сами бьют, детскую понимаете? Детскую поликлинику тоже разбили. Вот, только Нартема? Когда они побили. На Артема. Разбили детскую поликлинику, разбили парикмахерскую, машины сгорели. Скорая помощь тоже, которая приезжает к деткам, тоже разбита. Уважаемый Порошенко, желаю твоим детям то, что наши дети испытывают. И делите свои деньги между собой, все правительство. И всех. Всех, кто нас трогает, чтобы... Я им желаю того, чего они нам пожелали. Доньки его, ты испытаешь, что я не испытала сегодня. Пусть его сынок тоже кару такую понесе, милые мои. А ему желаю тоже, я не могу достать нигде от диабета лекарства. Пусть он, чтобы не достав нигде, пусть он, блядь, тоже сдохнет так, а я слепнет. Неужели мало, что на газу, что сюда едет? Милые мои, вы не представите, что он тут наделал в детской поликлинике. Я там отсиживалась, а меня затянули туда. Будь он проклятый на весь белый свет, и Порошенко, и все их, и Тимошенко, то, что они над нами делают. Мы ж никого не просим, чтобы до нас приехали, милые мои. Ведь у меня четверо внучат, я там бегаю, не знаю, кому вас спасать. Бесстыжие. Я не знаю, милые мои. Владимир. Сообщайте всем, хай нас спасают. Мы не знаем, куда нам бегать и что нам делать. Удавятся мной, удавятся. Удавятся. Моим... Ой, девочка моя, то вы не бачили, что там у детской поликлиники. Усе змесили, всю детскую поликлинику. Да, машина скорой помощи сорвалась. Примени машину, так ми мене мужик тільки затащив. І все как посипалося, порох їхній. Вони вбивати нас приїхали. До яких пор это буде, товариші, милые, спасайте нас, хто хоче. Хоть провалися в эту яму куда-то. А Порошенко желает, чтоб він от диабета сдох, сука, сдох проклятий. Так, як я здихаю, хай і він здохне. Больш нічого, що він там зайчик это шоколадний делає. Я не знаю больше, що їй сказати. Ми в такій ситуації були, що не доведи Боже. Хлопці, бережіть себе теж, будь ласка, нікуди. Ой, мамочка моя. Можно еще? Мужики, а чего вы пытаетесь откопать? А? Что там пытаетесь откопать? Ну ты смотри, ты видел все. Покажи. А, вот это. Вот, смотри. Я хвостовик он вижу. Да все, понял. Вот, смотри. А нет. Сейчас, подожди. Ну копай я. Было видно. Да вот она вот. Сейчас выскочит. Ну ты бы ее как-то так был. Ну вот, в принципе, да, и дураку понятно, откуда мина летела. Ну понятно, вот отсюда, вот. Да. Короче, она летит. Ну откуда, вот она летит. Сейчас я сниму. А вот и детская поликлиника. Куда мы с тым ходили.
меня тогда при Советском Союзе выпущено. Теперь долбит мирных граждан. Вылетали. Стеклопакеты выдерживают эти ветровые бодикарты. Да, это маленько. 122 всего. Сколько тут написано? Это 122 миллиметра. Ньютон. Как по мужикам. Может это у сильнее? Страха, у страха. У нас был на осколок вот такого. Ну это будет у тебя и... Целая. Так, такая. Дети, маленькие. Потому что вы захотели сказать свое слово. Хотя бы эвакуировали нас. Мы идем сейчас в подвал с матрасами. Подвал идем с матрасами, где-то нам сохраниться нужно. Чтобы нас не убили. А где подвалы вообще? А где подвал? Вот подвал, ты подъезд и подвал. А после, где подвал? Да, там подвал есть. Ну, хорошо. Люди, что на тебе не оставляет? Привет. Как черешня тут с этим под обстрелом, с этими самыми, под осколками. Какая черешня, ребята? Вы что? Все, торговля закончилась.